воздух, пожалуйста! Свиньи! Привет, это я, Ред, с возвращением на остров птиц. У нас здесь все по-прежнему. Я, разумеется, местный герой. А война с Леонардом и его свиньями... Сейчас немного пощиплет! Никогда не закончится. Безмозглые перна! Вот же свиньи! Полагаю, это судьба. Птицы и свиньи — враги навсегда. Ну привет! Я пришел с миром! Больно же! Ред, знаю, у нас с тобой были разногласия. Но мы обнаружили еще один остров. Активировать пушку! Они планируют уничтожить нас всех. И вот что самое страшное. Мы должны зарыть топор войны и объединиться. Ты что, с дуба рухнул? Вы здесь, потому что каждый из вас спец в своей области. Из тех, кто не занят. Мы должны быть готовы ко всему. Вот что пытается сказать мой ассистент. Ассистент? Это кто тут ассистент? Дай! Я возьму! Полный провал. Ты обрекаешь нас на смерть! Я здесь главный. Вообще-то я. Вот так! Я ем грязь. Ладно, народ, погнали. Это они? Это суперкоманда, ради которой я так надрывался? Ну что ж, я разочарован. Мы проникнем туда незамеченными и деактивируем оружие. Привет, товарищ охранник! Нужно раздобыть его пропуск! Ну что вы тормозите? О нет, он уходит! Чак, хватай пропуск! Слышь, чувак, я только...